Они проиграли такую игру, и после таких игр, сами по себе знаем, хочется реабилитироваться, причем они играют дома, я думаю, что у них будет там утроенный настрой, они постараются там добыть победу, но мы туда тоже едем, не отбывать номер, и хотим выиграть, потому что давно не выигрывали, нам тоже нужны очень 3 очка. Мы еще не готовились, как бы не разбирали их игру, сегодня Сергей Богданович нам подскажет, как лучше будет действовать, и будет видно, какой план будет на игру выбран тренером, мы будем его использовать. Тебя вызвали в сборную уже, ты уже в окончательном списке. Как узнал, какие были первые мысли, первые эмоции? Так узнал, как все, из интернета. Ты, ну, рад, что обратили внимание и дали шанс показать себя. Какие задачи теперь ставишь там? Показать себя с лучшей стороны, а там будет видно.